Приветствую всех любителей рыбной ловли. Итак, друзья, я сегодня нахожусь на Кубани. По счастливой случайности у нас выдалось немножко времени, и я не упустил возможности приехать, так называемое сердце самопроизводства. Все прекрасно знают, что я давно пользуюсь прикормками Миненко. Мы всегда смотрим на эти красивые упаковки, на состав. Но всегда мне было интересно посмотреть на самом деле, как происходит весь этот процесс от А до Я. Давайте мы сейчас пригласим какого-нибудь работника, похожего на Петра Миненко, который лучше всех знает, как этот процесс у нас происходит, и проведет небольшую экскурсию по своему производству, по своим лабораториям. Ну что, пойдемте знакомиться. Петр, приветствую. Давно мечтал здесь побывать. Ну что, давай, наверное, с самого первого, да, с чего у вас начиналось производство, это сыпучие прикормки. Начнем с этого процесса, да. А потом уже приступим к бойлу, он такой более творческий, потом расскажешь. Да, расскажу, да, у нас, конечно, у нас не лаборатория, у нас просто посредственный цех по изготовлению бойлов, да. Но начинали мы и продолжаем производить прикормку сыпучую. Кстати, это один из таких старых самых дизайнов, которые мы уже выпускаем лет 13, наверное. Вот спешл прикормка. Да, одни из первых, которые вот в неизменном виде вот так вот выглядят уже 13 лет. Ну что, не терпится, пойдемте уже в цех. Посмотрим, как производится. Да, прикормки у нас экструдированные, там очень интересный процесс идет. Ну, я думаю, все, кто захочет, тот увидит. А кто не захочет, тот тому не покажем ничего. Все, погнали? Да, поехали. Ну что, ребята, я тоже добрался к себе в цех. Чтобы вы не думали, что я делаю сам бойлы. Нет, я вот одел фартук и такой нарядный пришел посмотреть, как их делают. Но я точно знаю, что они их делают из нашей базовой смеси Bird Food, базовый микс. Мы высыпаем это все туда, вот в этот тестомес. Ждем, когда это все. Потом высыпаем туда секретные ингредиенты. Это я точно знаю, они и есть секретные ингредиенты. Это очень-очень ответственный момент. Иногда меня специально вызывают, чтобы вот сделать это. Это сейчас будут секретные бойлы. Вот. Сейчас, я думаю, мы добавим туда ароматику. Жалко, камера не передает. Но мы ее добавим. Аккуратненько такое добавим сейчас. И так получится пылики, которые все уже наверняка многие видели и испробовали. Чуть позже мы снимем, как производят сами уже шарики, когда сформируется тесто. То есть мы сюда еще вернемся. Ну, мы с вами на входе цеха, где все начинается, где перерабатывается обычное сырье, обычные ингредиенты, и получается уже та самая прикормка Миненко. Все оборудование стоит в глубине цеха. Мы туда сейчас заберемся. Здесь принимается сырье, которое подписано, вот здесь на стеллажах лежит, которое в будущем станет прикормкой. Можно пройти глубже, наверное. Ну так, мы с вами добрались до нашего оборудования, где все происходит, где, собственно, перерабатываются все вот эти мешки, все содержимое этих мешков перерабатывается. Кстати, вот тут небольшая часть ингредиентов, которые мы используем. Я буду говорить погромче, потому что работает оборудование, работают смесители. Мы выключили дробилку нашу, где мы уже экструдант, все, что получается, делим по фракциям. Но тогда-то мы еще дойдем, как бы вот рыбная мука, подсолнечник очищенный, семя конопли, кукурузный зародыш, горох, гамарус, ну и, конечно, самое всем интересно нравится арахис. Вот он арахис. Вот, ну это как бы часть ингредиентов, которые мы используем. В этом смесителе, согласно рецептуре, смешиваются ингредиенты, добавляются различные добавки, основные добавки. Оттуда уже по шнекам идет в экструдер, где это перерабатывается под действием температуры и давления 120, 130, 110, в зависимости от настроек, температура рабочей смеси. И из этого всего, из этой всей смеси, из первоначальной,
получается уже экструдант. Это базовое сырье для наших прикормок. Причем в зависимости от рецептуры и в зависимости от настройки самого процесса экструдирования можно получить совершенно разное сырье. И мы его получаем. Со смесителя попадает все в экструдер. Вот здесь видите, большая температура, идет пар. И вся смесь, ну, можно сказать, взрывается, проходит термическую обработку и получается вот такое сырье. Это уже прототип прикормки какой-то уже. Потом это все остывает, охлаждается и поступает по шнеку, поступает в дробилку. Дробилку, в зависимости от вида прикормки, настраиваются фракции. И фасуются по мешкам. Мешки уже перемещаются ближе к фасовке, подписываются в зависимости от вида прикормки будущей. Они подписываются, складываются и потом уходят на фасовку. В этот экструдант уже добавляются уже премиксы, уже более такие тонкие, более, ну так скажем, секреты, то, что называют секретами. Добавляются эти премиксы и уже идет на фасовку. Так, далее потом после того, как экструдант... мы подробили, разные фракции с него сделали. Готовятся базовые миксы, базы под конкретные прикормки. Засыпаются они вот сюда, в смеситель, подаются в смеситель. Вот здесь, на этой стадии, добавляются различные премиксы, в зависимости от того, какую прикормку мы будем производить. Вот, добавляется, взвешивается и подается на большой смеситель. Сюда же вводятся и жидкие ароматизаторы, и сухие, порошки, все. И подается на фасовку уже непосредственно, где продукция пакетируется. И вот здесь уже, собственно, продукция фасуется в пакеты через дозатор электронный, через пальчик попадает вот в гофротару. Фасуется и уже в таких коробочках попадает, можно сказать, handmade. Каждую пачечку проверяют. Вот такая. И доходит до покупателя. Ну вот, собственно, вот такой не особо хитрый процесс производства прикормок. Теперь вы это все видели сами. Будем стремиться, конечно, фабрикам, заводам и пароходам. Вот. Но уже чем-то мы уже отличаемся от того цеха, с которого мы начинали, с гаража, с подвала. Вот. Доросли до такого. Ну, не стоим на месте, будем развиваться, будем радовать вас новыми продуктами. Мы вернулись минут через 20, как раз тесто уже готово, и даже уже процесс пошел. Консистенция подходящая. Будем катать 26 пылики. Новый рецепт родился сегодня. Будем обкатывать на предстоящих соревнованиях. Итак, тестоместо уже, готовое тесто перемещается вот в этот маленький экструдер, поддатчик, который выдавливает тесто, формирует колбаску. Сейчас у нас стоят здесь 26-миллиметровые валы. Под 26-миллиметровые бойлы можно урегулировать скорость подачи, но смена идет к концу. Мы работаем сейчас медленно, поэтому скорость минимальна. Да, получается вот такие вот, вот вы видите, вот бойлы. Сейчас она пойдет, дойдет колбаса. Почти круглые, почти идеальные формы. Можно, конечно, их доработать в ручном режиме, но тогда они будут стоить дороже гораздо. Вот. Вот мы их сейчас будем ловить. Вот они идут. Хоп. Вот. Ну, в принципе, достаточно они правильной формы, чтобы лететь очень далеко. И вот 26-миллиметровыми бойлами и длинной коброй, правильной карбоновой, можно добивать до 150 метров. Ну, если здоровье у вас позволяет. Дальше лотки с бойлами перемещаются в сушку. Сушка секретной новейшей разработки, нанотехнологии.
включаются ультрафиолетовые лампы. Сейчас мы их не будем включать, а то мы сами простерилизуемся. Вот. А нам это пока не надо. Сушатся бойлы, пылики относительно долго, трудоемкий процесс, энергозатратный, чтобы получить пылики, которыми вы потом будете ловить.